Здравствуйте! Сегодня давайте рассмотрим, как войти в BIOS компьютера, независимо от установленного программного обеспечения, и настроить загрузку с флешки для дальнейшей установки Windows. Как записать Windows на флешку, смотрим видео по ссылке вверху. Прежде чем войти в BIOS, необходимо вставить флешку в USB-гнездо. В основном на всех компьютерах вход BIOS аналогично этому, как показано будет в видео. Чтобы войти в BIOS, необходимо сделать перезагрузку компьютера, если он запущен и работает, как у меня. А если нет, то при запуске его удерживаем клавишу Delete, пока не откроется BIOS. Так как у меня компьютер включен, то нажимаю на кнопку «Пуск» и «Перезагрузка» и ждем появления черного экрана. И при появлении вот такого черного экрана нажимаю на кнопку Delete и удерживаю ее до входа в BIOS. А у кого не получается вход в BIOS, как у меня, то удерживаем клавишу F2 или F10 или F12. Нажимаю на окошко Invite Main, переводится расширенный режим, загрузка. И здесь необходимо выбрать способ загрузки номер один. Нажимаю левой клавишей мыши. Я выбираю вот эту позицию. Загрузка USB с пометкой Wi-Fi. Но если у вас стоит здесь тоже две позиции, и вы не знаете, какую выбрать, то используйте режим Wi-Fi. Нажимаем ее. Нажимаем на клавишу F10. Появившееся окошко нажимаем «Да». Все. Настройка BIOS произведена, и теперь можно приступать к установке Windows. На эту тему у меня есть видео. Можно посмотреть его в плейлисте «Компьютер для начинающих». С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.